В Чувашской республиканской библиотеке имени Льва Толстого, которая обслуживает слабовидящих, чествовали юно-новых читателей, учеников Чебоксарской коррекционной школы-интерната. Что такое абонемент, как вести себя в читальном зале, как найти книжку на полке? В игровой форме ребят познакомились с особенной библиотекой. Здесь есть специальные тактильные книги, которые помогут малышам научиться читать по Брайлю и воспринимать рельефные изображения, так называемые говорящие книги на специальных носителях. Ребята произнесли торжественную клятву книголюбов, открыли первый в своей жизни формуляр читателя и сразу же смогли выбрать первую книгу.